Всем привет! Сейчас я покажу, как у нас растет черная смородина после ухаживания. Вот, траву я примел, даже не граблил. Вот новые сходы идут у нас. Вот, макушку прищипывал тут по весне. Ну вот такой урожай с маленького куста, вот подпер деревяшечкой. Вот в тени даже растет, но ягоды довольно крупные, еще не дозрели, но не опали. Вот такая красотища у нас. Вот эти листья можно не все, конечно, обрывать, потому что куст погибнет, если листьев не будет. Можно заваривать в чай с сахаром и пить. Вот. Но ягодки вкусные. Все зависит от сорта. Вот это не знаю, что за сорт. Но даже не удобрял, только примял траву. Не все. Так что такой маленький кустик дает урожай весь поухаживать. Можно еще черенками осенью пересадить. Вот. Очень вкусная и полезная ягода. Вот и все.